Генплан закончен, желающие могут ознакомиться. Саранские проектировщики закончили составление документа. Как и было объявлено еще в конце лета, разработку генерального плана застройки поселка удалось завершить до конца этого года. Документация уже пришла из Саранска в администрацию, и уже через неделю ознакомиться с ней смогут все желающие. С 10 декабря генплан будет доступен в поселковой библиотеке и в городском управлении архитектуры. Свои замечания и предложения смогут сделать все миасцы и жители поселка. Как обещают чиновники, все это будет учтено на обязательных публичных слушаниях по проекту генплана поселка. Точная дата проведения публичных слушаний еще не назначена. Ожидается, что они состоятся в январе 2014 года.